4 города, 50 участниц, 3 месяца подготовки и работы над собой. Более 100 вечерних нарядов, миллионы блесток и бесконечное количество положительных эмоций. Именно так проходит церемония коронации или же финал проекта «Царица Урала». Проект «Царица Урала» – это премьера этого года от нашей компании. Поэтому мы очень долго подбирали название проекта, чтобы соответствовало статусу. Да, мы и назвали данный проект самый статусный проект «Урал». Этот проект, он дает такие моменты для саморазвития, для вообще раскрытия своего потенциала. Поэтому изменения, они налицо. Проект «Царица Урала» нужен для того, чтобы научиться любить себя, своих детей, свою семью, своего мужа. То есть найти ту гармонию, с которой они должны идти дальше по жизни. Если вы сегодня видели глаза тех женщин, которые стояли на сцене, они настолько горят, они говорят о том, что женщине нужно, несмотря на то, что она обязана быть мамой каждый день ходить на работу, но немного чего-то для себя. Борьба идет не только за корону и звание царицы Уральской, но и за главный приз – золотую карету в виде автомобиля. Жюри оценивает и женственность, и красоту, и умение подать себя на сцену. На самом деле очень приятно, что у них появился вкус, у них появился свой собственный какой-то стиль. Женщина прекрасна, потому что она мать, она дает жизнь, она несет красоту в этот мир. Мы все ослепли от женской красоты. Действительно, это вечер праздника. В этом конкурсе расцвели. Я бы даже сказал, что с какой-то стороны это девушки. Они яркие, красивые. Я вам хочу заметить, что когда я увидела состав, я была приятно удивлена, что одна краше другой. 2 месяца упорной подготовки не прошли даром. Каждая из участниц открыла себя с другой стороны, примерила образ и стиль жизни царицы. Я наполнилась еще больше позитивом, я наполнилась еще больше любви. Я поняла, что люди еще больше разные и узнала очень много. Внутри у меня открылось 2 дыхания, открылось еще одно сердце для любви людям. Ой, я когда прочитала программу, она настолько насыщенная и яркая, катание на лошадях, там, изобразительное искусство и так далее. Ну, очень круто. И я просто пришла поучаствовать и посмотреть именно вот на это. А сам финал – это просто шоу. И я считаю, что такие проекты, они помогают женщине переосмыслить себя. То есть как бы родиться заново, почувствовать себя новой, почувствовать себя желанной, открытой. Во мне этот проект открыл, наверное, еще больше уверенность, добавил больше женственности, потому что «Царица Урала», само название несет очень такой громкий, да, титул «Царица Урала». Как и положено, в любом конкурсе есть лишь одна победительница. Сегодня царицей Урала стала участница из Челябинска. Это просто какое-то счастье. До сих пор не верится, что это произошло именно так. Это потрясающее ощущение. Я думаю, что женщинам необходимо участвовать в таких проектах в обязательном порядке, потому что это настолько наполняет жизнь разнообразием, смыслом, радостью. Это меняет оценку мира. Мы относимся к миру по-другому. Мы начинаем доверять, начинаем надеяться и делиться этой любовью, которая в нашем сердце появляется и растет, как нежный цветок. Сказочная атмосфера, танцы в бальных платьях, яркие впечатления и эмоции. Таким запомнился этот вечер. Успехом первого сезона довольны и участницы, и организаторы, и партнеры. Именно поэтому проект «Царица Урала» получит свое продолжение. Запись на второй сезон уже открыта.